день, дорогие друзья! С вами на связи интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Сегодня вашему вниманию мы покажем пневматический пистолет Glacier ESV MP Plastic. Давайте откроем коробку и ознакомимся с ней. Собственно, в комплект поставки входит коробка с взрыв-схемой сборки-разборки пистолета, гарантийный талон на 18 месяцев. Далее, паспорт-инструкция на нескольких языках, в том числе и на русском. Кратенько по характеристикам. Газобаллонный пневматический пистолет. Магазин вмещается 19 шариков ББ. Максимальная скорость полета шарика 130 метров в секунду. Длина 190 миллиметров. Вес 600 грамм. Далее, в комплект поставки входит, собственно, сам пистолет. Входит шестигранный ключ. И также входит ускоритель заряжания для данной модели. И такой вот комплект поставки. Откладываем часть комплекта поставки в сторону. И показываю вам сам пистолет. Собственно, вот он, наш пневматический пистолет Glacier SVMP. Пластиковый. Он достаточно мощный. И при этом красивый. Даже с первого взгляда не скажете, что здесь пластик используется так активно. Но он здесь все-таки есть. Точнее, его здесь много. При этом он достаточно весомый, приятно лежит в руке. Рукоять, ну, удобная, будем откровенно говорить. Далее. Извлекается магазин нажатием на вот эту клавишу на стыке спусковой, на стыке скобы спусковой и рукояти. Нажали и вытащили магазин. Как только вытаскивается магазин, пистолет становится вообще невесомым, даже удивительно. Теперь к магазину. Магазин здесь металлический. Я думаю, грамм 400 весит в пистолете сам магазин. Выкручиваем дожимной винт под шестигранный ключ. Вставляем баллончик CO2 на 12 грамм. И закручиваем назад шестигранный этот дожимной винт. Запомните, перекручивать дожимной винт не стоит. Как только перестал шипеть, нужно остановиться, ну и сильно, соответственно, больше не крутить. Теперь как заряжать магазин? Я на ваших глазах одел ускоритель заряжания. Теперь через отверстие засыпаем шарики. Ну и он, собственно, заполняется. Я, конечно, не сторонник использовать эту великолепную штучку по одной простой причине, что таскать еще за собой вот эту вот фигню далеко не всегда удобно. Теперь произведем стрельбу из него, и я вам покажу результаты стрельбы. 173 метра в секунду. 181 метр в секунду. 238, какие-то запредельные цифры. 176,9. 188. 180. 150. 90. 86. 89,6. 169. 83. 173. 87. Все, закончили шарик. Обалденные показатели. Я, кажется, понял, как здесь работает, скажем так, ресивер под газ. Сейчас вам расскажу. Показываю сначала вам результаты. Кабздец, если честно, простите за прямой эфир, крайне удивлен таким показателем гигантским, который в жизни не видел. Серьезно, ну очень большие показатели. Тут средняя скорость около 180 метров в секунду, обалдеть. Чем связано? Когда нажимаете на спусковой крючок, если остановиться при стрельбе ненадолго перед выстрелом, потом его дожать, он выпускает большую порцию газа, которая достигает, я не знаю чего, но
Я подозреваю, что от этого будет сильнее расходоваться баллончик, но при этом мощность обалденная. Я немного поражен. Хорошо. Возвращаемся к другим показателям данного пистолета. Имеется предохранитель, он флажковый. Он находится на правой стороне, верхнее положение у него боевое, нижнее безопасное. Вот, блокируется спусковой крючок, не стреляет. Возвращаем верхнее положение, стреляет. В качестве прицельного приспособления на Glacier SVMP используются мушка и целик с белыми точками контрастными. Как вы видите, на их фоне достаточно удобно целиться, точнее, на фоне любых объектов. Особенно на фоне темных объектов. Вот посмотрите. Белые точки хорошо смотрятся, скажем так. Очень ярко и контрастно. Теперь по поводу всего остального. Пистолет выглядит... Ну и соответственно, здесь есть еще направляющая на нижней передней части пистолета. На нее вы можете дополнительно одеть ЛЦУ, лазерный целеуказатель, или фонарик. Стрелять из пистолета удобно. Он компактный, не тяжелый, но при этом качественный. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин пневматики попадив10.ру. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, будете получать свежие полезные видеообзоры. Если вам понравился данный конкретный пистолет Glacier SVMP, ссылка на него находится в окне с нашим видео. До свидания.